Сегодня в программе. И отношения эти были не просто с мужчиной, скажем так, да? Это не были просто с мужчиной. А с кем? С несовершеннолетним парнем. Учительница Элла Карпенко 3 года назад вышла замуж и родила ребенка. В новом учебном году Элла вышла из декретного отпуска, и у нее сразу возник конфликт с завучем Быстровой. Была проверка. Быстрову сместили с должности. Завуч ушла из школы, однако затаила на Эллу злобу. Когда представился момент, она рассказала мужу Эллы, что та изменяла ему со старшеклассником. Ты меня называл идиоткой, ты меня постоянно выставлял сумасшедшим, что у меня там паранойя, что я тебя ревную. А ребенок тогда от кого? Объясни мне. Дочь Нины Сиротиной, Алина, родилась в браке. Однако родители уже 3 года не живут вместе. Сегодня Нина хочет оспорить отцовство своего бывшего мужа Виталия. Дело в том, что женщина повторно собралась замуж, жених зовет Нину с дочерью жить в Швейцарию, а Виталий не дает своего согласия на вывоз ребенка. Прошу всех встать. Здравствуйте, прошу всех садиться. Слушается гражданское дело по иску Пахомова Евгения Станиславовича Карпенко Элли Михайловне об оспаривании отцовства истца в отношении Пахомова Арсения Евгеньевича, которому сейчас 2 года. Ответчик с иском не согласна. Скажите, пожалуйста, Евгений, вы состоите в зарегистрированном браке с ответчиком, да, и хотите оспорить свое отцовство. Почему вы засомневались в том, что вы отец? Все дело в том, Ваша честь, что ребенок, которого я люблю и ращу как своего, он на самом деле не мой. Ну почему вы так решили? Все дело в том, что мы с Эллой живем в браке уже 3 года, и все хорошо. И но... ребенок... А, все хорошо, да, у вас в браке? Смотрим, да, на свидетельство о рождении, в графе «Отец» стоит. Угу. Пахомов Евгений Станиславович. Да, все так. Так, в браке 3 года, все у вас хорошо. Дело но, в том, тем не что... менее, сегодня вы в суде. Угу. Буквально недавно я встретил бывшую коллегу своей жены. Это бывший завуч школы, где сейчас Элла работает учителем химии. И Анастасия Александровна рассказала мне о том, что 3 года назад, в период, когда мы еще не были женаты, но уже встречались, когда мы были парнем и девушкой, у Эллы был роман на стороне. У ней были отношения. И отношения эти были не просто с мужчиной, скажем так. Да, это не были... просто с мужчиной. А с кем? С несовершеннолетним парнем. Он был тогда учеником 11 класса, ему было на тот момент 17 лет. Все происходило в мае 2015 года. Что же она сразу вам не рассказала? Ну, представьте, она на тот момент работала в школе. Сейчас эта женщина не работает. Если бы тогда, 3 года назад, это всплыло, то были бы очень серьезные проблемы. Это вы говорите о завуче сейчас, да? Ну, конечно. Угу. Да и у Эллы тоже. Если бы тогда это всплыло. А здесь мы случайно встретились, в школе она уже не работает? Да, сейчас она, угу, не работает в школе. Мы с ней разговорились, и вот она мне как раз рассказала эту историю, что май 2015 года, что моя жена встречалась с несовершеннолетним на тот момент. А все дело в том, что у нас тогда тоже был, ну, скажем так, активная фаза отношений. Мы не предохранялись, потому что мы тогда уже собирались пожениться. То есть период, который приходится на зачатие ребенка, вы не предохранялись. Тогда вы тоже можете быть отцом? Да, но дело в том, что тогда, на тот момент, в мае, на несколько дней, я уезжал из дома. У нас с друзьями есть такой обычай, мы ездим на сплав на плотах. И это очень давно у нас, я не мог пропустить это мероприятие, поэтому, конечно, я поехал. И этот период, май, он как раз очень подходит на период зачатия ребенка. Но мы же готовились к свадьбе. В июне месяце у нас должна была быть свадьба. Но неужели ты думаешь, что в мае, накануне свадьбы, я могла быть не только с тобой, но еще с кем-то? Но да, это же бред.
Нет, это не бред. Я действительно так считаю, потому что, вы знаете, ваша честь... Май 2015 года. Да. Вот здесь дата обведена 16, 17, 18, 19, 20. Это как раз когда вас не было, что да. ли? Дело все в том, что я чувствовал, что с Эллой что-то не так. Я ее очень люблю и любил тогда. И мы готовились к свадьбе. Я думал, что она как будто переживает из-за свадьбы, я это понимал, но у меня было такое ощущение уже тогда, что Элла от меня что-то скрывает, что она что-то недоговаривает. Я это списал на просто предсвадебное волнение. И потом, когда это все всплыло, я ей сказал, что я докопаюсь до правды. И она стала мне говорить о том, что, ну да, действительно, был парень, который просто за мной ухаживал. Часто бывает так, что там старшеклассники влюбляются в молодых учителей и так далее. Но я ей предложил сделать тест на отцовство. Я предложил, она отказалась. Вопрос, почему она отказалась? Потому что ребенок не мой. Потому что я считаю, что этот ребенок не мой, поэтому она отказывается и боится. Скажите, пожалуйста, Элла, какие у вас отношения были с учеником, о котором говорит Евгений? Ваша честь. Ну да, был у нас такой ученик, одиннадцатиклассник Володя Самойлов. Но я и мужу говорила, что, ну, проявлял он ко мне какие-то знаки внимания, ну, писал любовные записки. Но он же молодой. Но это же так бывает, что ученик может влюбиться в своего учителя. Бывает. Но тем более он был олимпиадником, он готовился к поступлению в химико-технологический институт, он усердно занимался. Ну, естественно, мы с ним очень часто общались. Угу. Я готовила его к поступлению, у нас были занятия по химии. Но получается, что вы дали пищу для разговоров, и по школе пошли какие-то слухи, если зауч имел такую информацию? Ну, вы знаете, когда начались вот эти излишние знаки внимания, я и говорила, и так с Володей, он все не унимался. Ну, и тогда я решила чуть-чуть схитрить, предложить ему дружбу. Но дружбу не более того. Я говорила, что мы можем... А в каком смысле он не унимался? Не совсем понятно. Но он настаивал на продолжение занятий по химии? Нет, но он все время... какие-то знаки внимания, все время какие-то комплименты, все время ходил за мной хвостом. Но я и сказала, ну, можем сходить в кафе, ну, не знаю, в кино, но ничего больше. Я не верю. Действительно, увиделись пару раз, и все, Женя, и все. Прошу прощения, я нашел этого парня в соцсетях. Я открыл его страницу, у него есть альбом, фотографии 2015 год. И я увидел, что там они стоят вместе, при том, что они... стоят не как ученик и учитель, они стоят там в обнимочку, как пара. То есть там просто по людям видно, что они встречаются, что они вместе. Так ученики не могут обнимать учителя. Ну, Женя, ну какая фотография? Ну, не знаю, ну, может быть, ну, была фотография... Вы об этой фотографии сейчас да, говорите? Да, ну, посмотрите. Ой, почему? Они вполне невинно обнимаются. Да это вообще март 2015 года. Да Володя тогда Олимпиаду выиграл по химии, представляете? Ведь я его готовила, это мой труд, моя победа. Ну, естественно, от радости я обняла ученика, Женя. Ну, что же ты видишь то, что хочешь видеть, и не замечаешь очевидного? Посмотри, как ты у меня к вам вопрос, Элла. Скажите, пожалуйста, зауч встречает вашего мужа Евгения где-то случайно и рассказывает о том, что 3 года назад у вас были отношения с учеником. Она почему это делает? У вас какие-то плохие отношения были с руководством школы? Какой да, есть смысл в этом? Да, ваша честь, конфликт был, действительно был. Дело в том, что я из декрета вышла раньше. Ребенку должно быть 3 годика исполнится в 2019 году, а я только в 2018 году уже вышла на работу. Ну и вижу такое обращение к себе зауча. Занижает она у меня часы. Отнимает часы. А другим преподавателям, которых она давно знает, которые давно работают, она их прибавляет. Но не только у меня убирала часы. В общем, ущемляет права молодых преподавателей. Да, у всех молодых учителей. Но не могла я это стерпеть. Но пожаловалась я в управление образования, чтобы разобрались, что это творится у нас в школе. Ну и действительно провели проверку. Завуча сместили с должности. Ну и, конечно, теперь она мстит. Варламова Инна – это моя подруга, она работает у нас же в школе. Тем более, Женя, именно у этой подруги мы с тобой были в мае, вспомни. Все майские праздники, ваша честь, мы провели на даче у Инны. То есть, собственно говоря, ребенка зачали там? Да, да, именно так. Пригласите, пожалуйста, Варламову Инну. Ты посмотри на фотографию. Учителя так на учеников не вешаются, не должны они этого делать, ты понимаешь? Это неправда. Здравствуйте, Инна. Проходите, пожалуйста, к вашей подруге. Здравствуйте, Женя. Здравствуйте. Привет, Аллочка.
Скажите, пожалуйста, как давно вы знакомы с Эллой Карпенко? Ваша честь, я давно уже работаю в этой школе, и Эллочку я знаю как самого лучшего педагога. Мы уже с ней дружим 5 лет. А вы знаете, от кого она родила ребенка? Конечно, от Жени. От Жени. Только вот Женя почему-то не признает этого ребенка и находит поводы для того, чтобы с Эллочкой выяснить отношения. Но я считаю, что он не прав. И в этом ошибается. Он считает, естественно, что у Эллы был роман с учеником. Что вы можете по этому поводу сказать? Я, Ваша честь, отвергаю эти домыслы. Это на самом деле просто слухи были. И они не подтверждены на самом деле. И хотелось бы сказать, Ваша честь, то, что Володя, это ученик моей коллеги Эллы, вот, у него были на виду все отношения именно с Викторией Чибисовой. А Виктория Чибисова – это дочка вашего... У Володи были отношения с Викторией Чибисовой. Чибисова – это одноклассница. Одноклассница. И это все было на виду, это было видно, как они обнимаются, целуются. У него была уже своя девушка, какая Элла. Вот ответчик Элла говорит, что, собственно говоря, в зачатии ребенка происходило фактически у вас на глазах, что они гостили у вас на даче или где-то в загородном доме. Да, совершенно правильно? Верно. Я как раз вот ребята... Все майские праздники у вас конечно, провели. Конечно, конечно. Я как раз ребята и пригласила на дачу. Ну, шашлыки, вино, посидели. Я говорю, ребят, что вам сидеть за стенами, как партизаны прятаться? Я прошу посидите, посидите, посидите у меня в мае месяце. Я извиняюсь. С 9 по 15 число. 15-й год. Вот это и называет... вот они собирались жениться. Давайте, пожалуйста. Я извиняюсь. Вот сейчас отойдем от женской солидарности, потому что я просто сейчас вижу, что подруга поддерживает подругу. Женя, это не женская солидарность. Это правда, которую все видели. Только один ты не видишь. Это неправда. Это попрошу, правда. Я попрошу обратиться к фактам. Я попрошу пригласить свидетеля. Это кого? Анастасия Александровна, это о! Бывший завуч. О, жаба. Бывшая, это самая, да? Бывшая вот коллега, да, которая и рассказала мне эту историю. Пожалуйста. Я Быстрого, Анастасию Александровну, пригласите, пожалуйста. Я мало в жизни. Ты просто... Тебя она подцепила, да, вот все эти слухи, все эти доводы. Зачем? Зачем, Жень, ты ведешься? Зачем? Это твой ребенок. Здравствуйте, Анастасия Александровна. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Потому что. Продолжение школы. Потому что. Скажите, пожалуйста, Анастасия Александровна, вам известно, от кого Элла родила ребенка? Сейчас ваша честь. Несет. Мне ли заучу не знать, что творится в школе? Что творится? Вот эта самая учительница, да ее надо судить за разврат малолетнего. Никакой Элла преподавала в школе химию, в классе, где учился Володя смотри, Самойлов. Так преподавала, что родила от него. Угу. Беременеет ученица от учеников. Но что преподаватель, это ж нонсенс. Да что ж вы врете, вы мне мстите до сих пор. Всю жизнь ко мне придирались, что работали вместе. Придираться я стала, как вы говорите, да после того, как до меня дошли слухи. Вы сейчас говорите только о слухах. А как обстоят дела с доказательствами? Какие могут быть доказательства? Да мне же ученики сами рассказывали все в подробностях, что преподаватель творил с учеником. Элла и Володя, они придумали хитрость. Элла просила Володю, чтобы он помог реактивы отнести. Угу. Она сказала, Самойлов, помоги мне, пожалуйста, убраться в лаборантской. Это у них пароль такой был. Это сигнал был для разврата. Она еще такую тактику придумала, что... тренирует к Олимпиаде ученика. А чем должны учителя заниматься? Тогда я еще сказала ей, Элла Михайловна, я ее предупредила. Так это ж клеймо на вас, как на учителя. Она в отказ. Смотри, я тогда Володе говорю, Володя, он не признается. Слава Богу, что был конец учебного года. Парень закончил школу. Тогда Элла вышла замуж. Конечно. И вскоре ушла в декрет. Подождите, смотри, но посмотри. Это все слухи. Это непроверенные данные. Конечно. Вы зачем ее мужу все это рассказали? Да послушайте, да я случайно Евгения Пахомова встретила на улице. Он гулял с ребенком. Своей жизни нет, другим сын Эллы, жизнь. Арсений. Копия Володя Самойлов. Но меня тут и прорвало. Ну, конечно. Да какая копия? Да это вы все придумали. Сами сплетни какие-то собрали или придумали и разнесли по всей школе. Еще мужу моему что-то наговорили. Тогда ты почему не хочешь тест сделать? Ваша честь, вызовите, пожалуйста, моего второго свидетеля. Это тоже учитель из нашей школы, учитель физкультуры, Кузьмин Виктор Васильевич. Он все скажет. О, скажет, что это все клевета. Не было у меня никогда ничего с Володей Самойловым. Пригласите, пожалуйста, Кузьмина Виктора Васильевича.
Слухи не рождаются. Учитель! Скажите, пожалуйста, Виктор, а что вам известно об отношениях Эллы и ее бывшего ученика Владимира? Ну, что хочет, ваша честь, это все сплетни и вранье. Никаких отношений между Самойловым и Эллой не было и быть не могло. Эти детки не такие милые и беззащитные, как вам кажутся. Вы посмотрите на этих малолеток, это лоси. В дверь не вписываются. И послушать их разговоры, уши в трубочку заворачиваются. Короче, я 3 года назад стал свидетелем спора 11-классников. Они были в раздевалке. Я был в тренерской. Стенки тонкие. И, в общем, Самойлов утверждал, что училку по химии уложат в кровать за месяц. Что-то типа того там было. И, в общем, он прям клялся даже. Угу. То есть он с товарищами поспорил, да? Да, да, на всю раздевалку. Что сможет вступить в интимные отношения с учительницей по химии. Конечно, вы это все услышали. Я потом стал замечать, что Самойлов действительно к Элле лип. Это было ранняя весна 2015-го. Он атаковал ее с апреля и по июнь до окончания им школы. Но у него так ничего не вышло. А вы об этом точно знаете? Уверены в этом? Да, то есть вы, да. А вот скажите, просто вы вот такой спор услышали, и что же, вы ничего не предприняли, как педагог? Нет, конечно. Я Эллу предупреждал. Будь осторожна. Я предупреждал. Я сказал ей, что ты являешься она еще предметом советовалась пари. Со мной. Угу. Что ей сделать лучше, как родителям сообщить, собрание собрать. Я сказал, не надо, будешь сама виновата. И она меня послушала. Я сказал, веди себя с парнем вежливо, аккуратно, но строго. А вот бывший завуч вашей школы утверждает, что отношения были? Анастасия Александровна. Вечная. Вам главное, чтобы преподавателя в узде держать. Вы пригрели возле себя наушников и сплетников. И они вам там на уши вешают лапшу. Причина. Элла никогда бы на такое не пошла. А ты, Евгений, я ведь тебя давно знаю. Мы вместе ходили в волейбольную секцию. Ты не переживай, у Эллы с этим малым ничего не было. Арсений, а он это считает, твой ребенок. Что были у них отношения. Владимир Самойлов предъявляет свои исковые требования к вам, Элла, и к вам, истец. Вы будете являться ответчиком по его иску. Взялся. Пригласите, пожалуйста, в зал это суда Самойлова Владимира Антоновича. Жень, Анастасия Александровна, а вам бы сидеть бы на пенсии, бы, а не здесь бы. Вам бы сидеть. Кислорода уже много. Кислорода достаточно много. Здравствуйте, Владимир. Проходите, пожалуйста, вот сюда. Интересно, здравствуйте. 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 А скажите, пожалуйста, Владимир, почему вы себя считаете биологическим отцом Арсения? Ваша честь, я считаю, что это я отец, я готов это доказать. Я с Эллой встречался с середины апреля 2015 года до конца мая. У нас было несколько интимных встреч. Они были и в школе, они были и у меня дома. Понимаете? И, Элла, что бы ты сейчас ни говорила, сейчас, понимаешь, речь идет о ребенке. И я же готов его воспитывать, ты понимаешь? Володя, ты выдаешь желаемое за действительное. Ты что творишь? Нет, Элла, я же на самом деле тебя тогда любил. Да, я понимаю, что мне тогда было 17 лет. Но что это у вас вы понимаете? Тут зайдем, такой лежит это все наши встречи я отмечал сердечками. Посмотрите, пожалуйста. Я понимаю, что мне было тогда 17 лет. Но любви все возраста покорны. Вот посмотрите. В те дни, когда у вас были интимные встречи, вы помечали сердцами. Я понимаю, что мне было 17 лет. Но если бы ты за Женю замуж не вышла, я бы тебе предложение сделаем, мы бы поженились. Господи, боже мой. А вот интересно, я вижу, вы же химию преподавали, да? Химия, 2, а потом сердечки. Ну да, ну это, понимаете, так мило было все. Ну, ты понимаешь, что на самом деле, если бы ты не вышла вот за Женю, я бы сделал бы тебе предложение. Так, хорошо. Скажите мне, пожалуйста, вот Виктор Кузьмин, он, я так понимаю, преподавал физкультуру в той школе, которую вы закончили. Угу. Он утверждает, что слышал ваш разговор с вашими приятелями, и вы там говорили, что у вас получится вступить в интимную связь с учительницей химии, что вы даже заключили с ними пари или как-то хвастались, что вы это сможете сделать. И так далее. Было такое? Да, ваша честь, такое было. Я действительно заключал пари. Но, понимаете, во мне Элла увидела какого-то мужика настоящего. Говорил, что я такой темпераментный, брутальный, какой-то мужественный. И я на это как-то повелся. И у вас выросли крылья. У меня выросли крылья. Как-то, знаете, так захотелось действительно лететь. Но я прекрасно понимаю, конечно, что, наверное, все это неправильно. Я попросил у нее прощения. Дело в том, что она меня простила. Да, я ей рассказала. Вы попросили прощения, что она вас простила? Или за то, что вы на двойке по ее предмету учились? Я ее попросил прощения за то, что
что я вот на спор спорил на нее. Я попросил прощения, и она ответила взаимностью. Вот, сделали из меня дуру. Ваша честь, а я была права. Женя, понимаете, ваша честь, дело в том, что до меня дошли потом слухи, что у Эллы с мужем возникла какая-то проблема, а конкретно то, что якобы сын не от Жени. Вот, ну я подумал, что в тот момент действительно у Эллы кроме меня никого не было. И я подумал, что вот это тот шанс, чтобы действительно заявить вот свои права на этого ребенка, потому что я действительно люблю Эллу и хочу воспитывать этого скажите ребенка. Скажите мне, пожалуйста, вы институт уже закончили, вы где-то работаете, трудоустроены, как ваша жизнь после школы складывалась? Вы поддерживали отношения с Эллой? Она мне сразу тогда сказала, что пока ты сейчас закончишь учебу, пока ты устроишься на работу, пройдет какое-то время, но Элла, я же ради тебя не поступил в институт. Я не поступил в институт. Я хотел доказать ей свою любовь. Но из-за этого не поступили в институт? Я ушел вообще погрузился в свои мысли какие-то. Я хотел ей это доказать, но после этого я ушел в армию. Соответственно, я не поступил, мне 18, меня собрали в армию. Угу. Я демобилизовался, узнал, что вот Элла уже замужем. И, собственно говоря, понял, что вот сейчас нужно действовать. И я заочно поступил в институт. Ну и сейчас я работаю в хорошей компании. И я смогу содержать нашего ребенка, Элла. Сможете, да? Да, конечно. Арсения. И, пожалуйста, давайте, может быть, откроем конверт уже и посмотрим, а? Действительно, я думаю, пришло время ознакомиться с результатами генетических экспертиз. Будьте любезны, принесите, пожалуйста, конверт с результатами ДНК-тестов истца и второго истца. Зачем ты сейчас отказываешься? Ну, я же все рассказал. Анастасия Александровна. Ну все у нас было. Зачем? В школе зачем? Слили его в эту ситуацию. У них было все нормально. Я видела прекрасно. Зачем? В мае месяце. Я видела прекрасно. Она сама лично. Тишина. В зале суда. Оглашаются результаты экспертизы Самойлова Владимира Антоновича. В рамках проведенного исследования метода молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Самойлова Владимира Антоновича и Пахомова Арсения Евгеньевича. По результатам настоящих экспертиз Самойлов Владимир Антонович не является биологическим отцом Пахомова Арсения Евгеньевича. Я же думал, что я был готов же. Я же был готов воспитывать этого ребенка. Нет. Оглашаются результаты экспертизы Пахомова Евгения Станиславовича. В рамках проведенного исследования метода молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Пахомова Евгения Станиславовича и Пахомова Арсения Евгеньевича. По результатам настоящей экспертизы Пахомов Евгений Станиславович является биологическим отцом Пахомова Арсения Евгеньевича. Ну ты что смотри, ж, а ты хотел жену обвинить. Не от ученика родила. Слушал вот эту вот жабу. И слава богу. Зауча, который все пригодил нам. Ну все, что вы, Женя, вот вы. Я же говорила, ребенок. Что Женя, это твой ребенок. Все, я тебе говорила. Естественно, вы так ошарашены. Вы записаны отцом ребенка. Вы не предохранялись в период, который приходится на зачатие ребенка. Радоваться должны. Что теперь делать будете? Ну. Продолжать жизнь с любимой женой? Нет. Ну, да, я был неправ насчет ребенка. Я был неправ. Хорошо. Конечно. Но просто измена была. Измена была. И отношения были буквально вот за какой-то короткий период до того, как она официально замуж вышла. И это нельзя, это неестественно. Конечно, я буду воспитывать ребенка как своего, но с женой я разведусь. Слышишь? Ну ладно, ладно, были у меня отношения с этим Володькой. А ты считаешь, что это нормально? Ну это же было все до свадьбы, Женя, до свадьбы. До свадьбы? Ну чуть-чуть, и что, я поэтому, в него влюбилась. И поэтому, когда ты уже у тебя жених есть, ты можешь еще с кем-то встречаться? А Женя, ну это же все было до свадьбы. Ну прости меня, суд ребенок удаляет, же твой, решения. Твой. Прошу всех встать. Далее в программе. Ты меня называл идиоткой, ты меня постоянно выставлял сумасшедшей, что у меня там паранойя, что я тебя ревную. А ребенок тогда от кого? Объясни мне. Дочь Нины Сиротиной, Алина, родилась в браке. Однако родители уже 3 года не живут вместе. Сегодня Нина хочет оспорить отцовство своего бывшего мужа Виталия. Дело в том, что женщина повторно собралась замуж, жених зовет Нину с дочерью жить в Швейцарию, а Виталий не дает своего согласия на вывоз ребенка.
Оглашается решение суда. В иске об оспаривании отцовства отказать. Актовую запись об отцовстве мужа ответчика Пахомова Евгения Станиславовича в отношении их сына Пахомова Андрея Арсения Евгеньевича в записи акта рождения не аннулировать. В иске об установлении отцовства Самойлова Владимира Антоновича в отношении малолетнего сына ответчицы отказать. Суд не аннулирует запись об отцовстве мужа ответчицы в отношении малолетнего сына, потому что его утверждение, что он не является биологическим отцом мальчика, опровергается заключением молекулярно-генетической экспертизы. Не аннулировав запись об отцовстве Пахомова Евгения Станиславовича в отношении ребенка, суд, соответственно, отказывает истцу Самойлову Владимиру Антоновичу в иске об установлении его отцовства в отношении Пахомова Арсения Евгеньевича. Судебное заседание закончено. Прошу всех встать. Честное слово. Влюблен. А этот прям как повелся. На Анастасию. Заседание закрыто. Прошу на выход. Здравствуйте, прошу всех садиться. Слушается гражданское дело по иску Сиротиной Нины Юрьевны к Сиротину Виталию Константиновичу об оспаривании его отцовства в отношении Сиротиной Алины Витальевны, которой сейчас 7 лет. Ответчик Сиротин Виталий Константинович против иска возражает. Нина Юрьевна, вы 5 лет состояли в браке, развелись 3 года назад. Да. Ваша дочь рождена в браке, ей сейчас 7 лет. Зачем вам понадобилось оспаривать отцовство вашего бывшего мужа? Ваша честь, я долго скрывала, что это не его дочь. Ну, муж верил, что это Алина его дочь, но это не так. Алина родилась 1 сентября 2011 года. Соответственно, зачатие произошло в конце ноября, начале декабря 2010. Но в этот момент мужа не было дома, он был в командировке. Он у меня работает вахтовым методом, то есть а строитель. Кем он работает? И в этот промежуток времени его не было. Он никак не может быть отцом Алины. Ваша честь, подождите, Алина, это моя дочь. Я просто, да, не могу никак выяснить. Если вы все эти годы знали, что ребенок не от мужа, почему только через 7 лет вы пришли в суд? Да, я поясню. Дело в том, что мы с мужем развелись, он любитель выпить. Поэтому мы с ним расстались. Да. И после этого он платил алименты. То есть алименты были маленькие, конечно, но они на тот момент мне были очень нужны. Была такая ситуация, деньги нужны были. Поэтому я скрывала, что Алина не его дочь, ну, по этому поводу. Угу. Сейчас ситуация изменилась. Сейчас я выхожу замуж. Отец, будущий муж мой, он хочет удочерить Алину. Поэтому, естественно, поэтому мне нужно оспорить факт аннулировать запись об отцовстве бывшего мужа. Да, мы собираемся мужа. Уехать за границу. Угу. То есть мне сейчас нужно, чтобы подтвердить... Я поняла вас. Да. Ответчик, ну что, как вы считаете? Ваша честь, Алинка моя дочь. Права? Врет моя бывшая, что я с ней не общаюсь. Да, я был в командировке, но она почему-то забыла, что я 6-7 декабря на 2 дня прилетал домой. У нас был уикенд, а потом я опять улетел. Ваша честь, да, он приезжал 6-7 числа, но на тот момент я уже была беременна. У меня была задержка, и когда я сказала ему о беременности, у меня уже был срок 6 недель, мне врач поставил. Да. Ну, а я прилетел 26-го, у нее первое слово было, что я беременна. И на тот момент она была уверена, что Алинка моя дочь. А, хорошо, то есть вы считаете, что сейчас она обманывает в суде? Конечно, она врет все. Она хочет ребенка увезти за границу. Она нашла себе там нового мужа, он живет в Швейцарии. Их она хочет забрать туда ребенка. Я ей не даю. Она долго просила разрешения вывести ребенка за границу. Она была там в Женеве в командировке, в турпоездке. Она все плачется. Денег нет, а по заграницам ездила. И вот она хочет увезти ребенка. Дочку, а вы почему дочке не даете уехать в Швейцарию? А потому что она моя, я хочу ее растить сам. Я хочу ее воспитывать. Почему я должен своего ребенка отдавать какому-то дяде заграничному? Это мой ребенок. Истец, Борзунов Олег Константинович. Ольга Борзунова, простите. Ольга Константиновна, это кто? Это сестра Виталия, родная сестра. Она у вас свидетельница вот заявлена. То, что он сейчас говорит, я в Швейцарии где-то ездила, кого-то нашла, это все полная ерунда. То есть, да, когда я была замужем, но я любила другого человека. И родила я Алину именно от него. Но я не хочу озвучивать этого человека, какого? Кто отец. Меня? Нет, ты говорила, я не что хочу я любимый. Сейчас все это поднимать. Но есть сестра Виталия, которая может подтвердить.
Сейчас мы можем ее вызвать. Она может подтвердить, что вы были беременны от другого. Она подтвердит, да, что это не Виталия ребенок. И это, собственно говоря, родная сестра Тычика. Родная сестра, да. Интересно. Пригласить вашу Борзунову Ольгу Константиновну. Да мой скажи ребенок! Мне, да ты всегда говорила, что это мой! Здравствуйте, а сейчас Ольга. Да, включай сзади ее. Пожалуйста, вставайте сюда к отцу. Сейчас я тебе говорю правду, что это не твой ребенок. Мой ребенок! Послушай сестру. Ольга, скажите, пожалуйста, кто отец Алины биологический? А, ну вот сказать, кто именно отец Алины, я не могу. Но вы точно можете сказать, что это не ваш родной брат? Что это не Виталик. Это точно не Виталик. Это вы можете даже посмотреть на ребенка, да? Она абсолютно не похожа ни на Виталика, ни на... Ты что, сестра, что ли, называют? Ты зачем вообще сюда пришла? Бред несешь. Виталик. Ну ты посмотри сама. Виталик, пожалуйста, послушай меня. Я вот при всей своей любви к брату, я его очень люблю, но дело в том, что, Виталик, она не твоя дочь. Почему? Ну, вот, ну пожалуйста. Я тебе объясню. Поясните. Дело в том, что Нину я знаю не первый год. Вот, мы вместе с ней учились в школе, и, собственно, еще с тех времен она была не особо разборчива в отношениях. Вот накануне, так сказать, беременности Нины проходила мимо кафе. Смотрю, значит, Нина под ручку такая вся такая улыбается, выходит, значит, с одноклассником с нашим, с Колькой Столяровым. Вот. И вот они, значит, прощаются, он ее там обнимает и целует, прям они никак, ну, как бы расстаться никак не могут. Вот. Я тебе об этом сказала? Сказала. Ты, Оль, об этом, да, узнал? Ну что это здесь было такого? Как раз, это, ну, было как раз... Ну, вышла вот, из кафе, поцеловала одноклассника это в щеку. Это было, ну, начало декабря 2010 года. Вот на следующий день после этого, значит, когда я увиделась с одноклассником, вот, приехал Виталик, я ему все сказала. Но Виталик же, он же не хочет слышать. Ну, вы сами видите, не, да? Не услышал вас. Он не видит, он не слышит, у него есть Нина, и все. То есть прям Нина, она ответ на все вопросы. Да? Ну а что, почему по-другому? Что, да? Но я тебе объясняю, Виталий, она тебе сказала, я тебе говорю, то, что у нее была... Да врешь ты все, это вся Гербовская смесь. Следите. У нее получается, был... что она просто выходила из кафе и целовалась. Это все, что вы видели, правильно? Ну, то есть это не просто был какой-то дружеский поцелуй, да? Ну ты свечку это... ж не держала. А, ну еще не хватало, чтобы я свечку держала. Ну ты думаешь, что ты говоришь? Опять проклятая неизвестность. Ты знаешь, я могу отличить, скажите, да? Скажите, пожалуйста, ответчик. У вас тоже заявлен свидетель. От, это Борзунов Борис Андреевич. Да, кто это? Да, ваша честь, у меня есть... Это мой хороший друг, и он супруг моей сестры. Муж моей сестры, Борзунов Борис Андреевич. Пригласите, пожалуйста. Вот он ваш и расскажет. Муж, да? Да, это мой, да, муж. Вот он и расскажет, что Алинка моя дочь. Но... И все, что они тут несут, две клуши, это все бред какой-то. Хорошо, пригласить вас, Борзунова Бориса Андреевича. Вот, ну, то есть ты мне не, да, веришь? Как брат. Нет, ты мне не веришь, он, а Боре ты веришь, да? То есть ты считаешь, да, что Боре что-то что знает? Это моя дочь. А каким образом он докажет? Вот я прям хочу... Борис, послушать. Здравствуйте. Боря, а каким образом ты будешь доказывать, что это его дочь? Расскажи мне, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, Борис, истец, от кого родила ребенка Алину? Ваша честь, это 100%... Дочь Виталика. Это, ну, она это, чем основана ваша уверенность? Она вот утверждает, что другой человек, отец, не хочет даже имя его называть. Мне Оля рассказывала перед судом о том, что были какие-то одноклассники. Вы понимаете, какая ситуация? Если мы разбираем вот этот вот отъезд в 2010 году, то Нина, она провела у нас все это время. То есть, ну, когда она... он уезжал в командировку, вы имеете, да, в виду, да, да? Да, она просидела у нас, как Аленушка, возле окна. Телефон звонит, она Виталик, Виталик. Телефон работает, она чуть ли не в слёзы. Все время была у вас на глазах, конечно, получается. Какие одноклассники? Это 100% его ребенок. Ну, то есть я видела, ну, да? Ну, вот ты видишь. И ты, получается, приходишь и говоришь, что я этого, получается, не видел. Ты меня хочешь дурочкой, что ли? Не, ну, мало ли, что ты видела. Нет, ну ты меня... Тем более одноклассник. И что? Ты хочешь сказать, что я как бы своим глазам не верю, скажите, пожалуйста, да? А вы что, все время там втроем находились? Вот тут неразлучно? Ну, как неразлучно? Или вы периодически? Или как-то все-таки... Он катается, он строит. Бывший Советский Союз. Он уехал строить. Нет. А вы в это время что, втроем жили, что ли? Мы не жили втроем. В конце ноября месяца 2010 года мы уехали к моей теще. Угу. То есть мы были у родителей Оли и Виталика. Мы провели там целую неделю. Так. 24 числа у моей любимой тещи юбилей. То есть всю эту неделю мы были там. Соленье, варенье, там яблоки. И мы пробыли там неделю. Я их всех загрузил в машину и привез в город. А Нина в тот момент заболела очень сильно. Сопли, ну, в таком же виде, ну, какие одноклассники. Там жить не хотелось. Ну, и мы по очереди, ее мама, я с Олей навещали. Фруктики, лекарства. А я вот с этого момента поподробнее, пожалуйста. С какого момента? Ну, я навещала ее.
Ее мама, ну, навещал ее, да, там, приносили. И ваш муж тоже навещал. А вот про то, что вот муж ее, оказывается, навещал, я слышу первый раз. Не, мне нужно было прийти и тебе сказать, да, что ты мне глаза выцарапала. Нет, почему ты от меня это сказал? Декабрь месяц, сопли, слезы. Я узнаю об этом здесь. Я отвез ее в больницу и вернул назад. А зачем скрывать-то, если ничего такого? Чтобы вот это вот не выслушивать тогда, понимаешь? А так значит, сейчас лучше, да, вот это в суде, вот это сейчас меня перед всеми ваша честь, да, ваша честь. Она хочет увезти ребенка за границу, лично я полностью солидарен с Виталиком. Потому что непонятно, что это за человек, зачем. Вот есть родной отец. Вы имеете отец, в виду жениха истца, да? Что за человек? Ну, я не знаю, я не хочу туда, если честно, лезть. Вот есть отец, вот есть мать, вот они ну, живут, ты пускай... ты откуда знаешь, что он отец? Ну, ты посмотри, у тебя глаза есть? Ладно, этот ничего не видит, кроме Нины своей. У тебя глаза скажите, есть, пожалуйста, посмотри на ребенка. Скажите, ребенок пожалуйста, Нина, истец, как вы считаете, почему вот свидетель сейчас выступает на стороне вашего мужа? Я скажу вам сейчас, в чем дело. Дочь Алина не Виталия, а Бориса. Ты вот что, рехнулась, что ли? Да ты вообще на почве там заграничной поездки? У тебя помутнило что-то в голове. Ваша она честь, да бред какой-то, не может кому ты веришь? Слышать. Нет, она не говорит. Ты взрослый, ты кому веришь? Да я не верю, что ты он... Куда? Да ты думала, что я могу на нее позариться? О чем ты говоришь? Я сказала правду. Ты всегда себе не сказала. Ваша честь, можно ее убрать? Ваша честь. А, дело в том, что ну, ты мог так сделать. Я догадывалась, то, что мой муженек, мой благоверный, да, то, что он на нее как бы заглядывается. Но я вот, я даже подумать не могла, что, так и не думай. Что у вас это все было. Понимаешь, что она от него ребенка родила. Ты меня называл идиоткой, ты меня постоянно выставлял сумасшедшей, что у меня там паранойя, что я тебя ревную. А ребенок тогда от кого? Объясни кому мне, кому? Кому ты веришь? Тишина! Вася, кому ты веришь? Борис, ты же знаешь, что я кроме тебя никого не люблю. Борис, суду, пожалуйста, ответь на вопрос. Кому у вас были отношения веришь? С Ниной? Никогда. Никогда, да. Вот. Ну, конечно, никогда. Сейчас что он может сказать? Не было, он боится ее, как огня просто. Сейчас как ты себя ведешь? Ты прекрасно знал, что она твоя дочь. Ты прекрасно это знал. То есть поэтому он не хочет, да, собственно говоря, чтобы Алина уезжала в Швейцарию? Поэтому он не хочет, чтобы я уезжала, вывозила, мы будем помогать, он весь такой хороший и прекрасный. Ты по-человечески, по-мужски поступи, значит, тогда ты был смелый, когда со мной встречался, когда мы были любовниками. Сейчас ты прямо в кусты, все. Ты даже готов отречься от своего ребенка. А скажите, пожалуйста, истец, Гурова Валентина Никитична, это кто? Она у вас здесь в списке да, свидетелей заявлена. Да, это моя мама, я хотела бы... Происходило это все на ее глазах. Она прекрасно знает. Все эти годы она все это знала, все это видела, и она может это подтвердить. Будьте любезны, Гурова Валентина Никитична, пригласите. Ты слышишь ты меня? Вообще? Я тебе говорю прямым текстом. Вот это не твоя дочь. Чего вы хотели, того и выносить. Я не хотела выносить. Здравствуйте, Валентина Никитична. Вставайте. Тишина в зале суда. Это с одним живет, с другим спит, там за третьего замуж, блин. Валентина Никитична, скажите, пожалуйста, вам известно, от кого ваша дочь Нина родила Алину? Да, ваша честь, мне известно, от кого моя от дочь кого? Родила свою дочь. Она родила от Бориса. Да ну. Да вы о чем говорите? Абсолютно, абсолютно. Отлично. Я могу молодец. Это... Мама, вы о чем? Я расскажу, если вы позволите. Видишь, мы тут все да, сговорились, пожалуйста, да? Позвольте свидетелю да, дать да. показания суду. Извините, ваша честь, 8 лет назад... Я была как раз вот в районе, где живет моя дочь, и совершенно случайно решила зайти к ней в гости. Ну, как бы не предупредив ее об этом. Я просто знала, что они как раз вот только что вернулись от свекрови. Ну, и решила навестить. Я пришла. Кого же я там увидела? Уважаемого Бориса. Вы видели? Уважаемого Бориса я там увидела. А почему я вас там увидела? Там уж, наверное, оказывал, да? Да что ты... Доктор Пилюлькин! Спокойно. Давайте вы потом будете разбираться в своей ситуации семейной. Итак, я увидела их где? В кровати, извините. Что чего? Вот так. Я ушла на кухню. Ну, естественно, подождала, когда Борис уйдет. Ну, ставила, конечно, как положено своей дочери, потому что воспитывала немножко по-другому ее и не ожидала такой ситуации абсолютно. Но, знаете, ну кто не любил? Ну вот кто не любил? Ниночка очень плакала, она очень плакала, она очень переживала. Кто кого любил? Непонятно. А Нина любила Бориса. А, понятно. Оказалось, они были любовниками уже более чем полгода. Да нет, ваша честь, да бред какой-то. Да это происки ее мамаши. Это не происки, это факт. Она хочет, чтобы она
слушайте, ты загранку получала. Ответчик, извините, что вы так верите в святость своей жены. Алинка моя дочь, и я никому не позволю ее забрать отсюда. Ну, Борис-то здесь свидетель, поэтому сейчас же его отцовство не устанавливается. Хорошо, а скажите мне, пожалуйста, как вы считаете, что Алина сама думает по поводу отъезда? Хочет она, не хочет, что она вам говорит? Ну, рада она этому, с вашей точки зрения, истец? Ну, Алина никогда мне не говорила, что она не хочет уезжать, что ее что-то беспокоит. Она не говорила, что не хочет уезжать? Что, а вот давайте теперь послушаем, что она психологу сказала. Алин, ты уже ходишь в школу? Да. Тебе нравится? Да. А что тебе больше нравится? Мне очень нравится учительница Елена Петровна. Еще я дружу с Ваней. Он мне спиннер подарил. Вот, у меня еще много есть подружек в классе. Только жалко, я скоро с ними не увижусь. Почему? Мама хочет меня увезти, а я боюсь. Я не знаю, как это будет в другой стране, как я буду. Я же не знаю иностранного языка. Но ты же не знаешь, как там будет. Наверняка будет хорошо, тем более ты будешь с мамой. Ты же любишь маму. Люблю. А я и папу люблю, и дядю Борю. А кто такой дядя Боря? Это мой дядя. Муж тети Оли. Он мне подарки приносит. Мне это очень нравится. И маме это очень нравится. Мама за это его целует. А потом они закрываются в комнате и смеются. Слышали все? Какие? Вот, ребенок тот сказал, что я хороший папа, что она меня очень любит. А то, что Боря приносит подарки племяннице своей, а что здесь такого? Да он ее дядя. Виталик, ты что, идиот, я не понимаю. Скажите, пожалуйста, Нина, истец. А почему он не может подарки принести своей племяннице? А вы знали, что Алина не... Понимаешь, что он носит ребенку своему подарки, тишина. Не племяннице. Свидетель, ну потом выясните после суда, хорошо? Нина, скажите, вы знали, что Алина не хочет уезжать? Нет, я не знала. Не догадывались даже об этом, говорила, да? Не говорила, да, я не знаю, может быть... Про то, что она любит папу. Ну, вы сейчас слышали, что она психологу сказала, да? Я слышала, да. Но у нас был момент, когда отец пришел, якобы отец пришел пьяный, и ребенок очень испугался, сказал, не хочу, чтобы он больше приходил. Какой сейчас засов-то? Я уже прям а расскажите, пожалуйста, суду, вы же видите, что девочка уезжать не хочет. Может быть, все-таки стоит как-то к ней прислушаться, ее мнение учитывать. Вот вы говорите, Борис, отец, он хочет принимать участие в ее воспитании. Расскажите, какие у вас с ним отношения вообще были? Мама говорит, вы его любили очень. Да, у нас начались отношения в 2010 году. То есть да на тот момент я думала, что я люблю мужа, но он постоянно был в разъездах, в командировках. Я как бы ну, все время, хорошо, а деньги я все время одна сидела, чувствовала себя очень одиноко. А Борис, он как, ну, на правах родственника, как-то мне помогал, ну, успокаивал как-то. Ну, мы ходили там в кафе, разговаривали с ним. Ну, все время такой веселый, обходительный. Да, я увлеклась, я влюбилась в него. У нас завязались отношения, но когда я сказала, что я беременна, Борис то есть сразу испугался, сказал, что ему это не нужно, и как бы в кусты. Ну, я тогда решила, что я останусь с мужем, не скажу ему, что ребенок не от него. Ну, в итоге мы не прожили долго, потому что он пил и пьет, и... Ну, понятно. Нем, да, угу. Да, сейчас вот ты, что ты себя сейчас строишь? Вот скажи мне, тут стоишь такой весь преданный, такой друг, такой муж, прям вот, не знаю, только ангелочек просто. Ты сейчас, сейчас из-за своей просто трусости, ты не как мужик поступаешь, как тряпка. Ты отрекаешься от своего ребенка, боясь просто признаться жене в измене. Да какого это ребенка? Нормально вообще, ты от ребенка моя. Отрекаешься. Я от ребенка не отрекаюсь. Ты говоришь, что у нас ничего не было с тобой. Это не отречение? Ваша честь, Алина, это моя дочь. Чего? Ты сейчас ведешь просто как трус последний себя. Ты что, урод, что отлично. Ли? Я что, тебя сюда позвал свидетелем, чтобы такое услышать? Чтобы ребенок остался здесь. Успокойся. Ну, я хотел, чтобы ребенок остался скажите, здесь. Скажите, я не ожидал, что все пойдет вот так. Скажите, Борис, пожалуйста. Интересно, она твоя дочь? Да. Отлично. Я не верю. А скажите, пожалуйста, Борис, вы просто так категорично утверждали, говорили, нет, ничего с ней не было, я не отец, я просто хочу, чтобы ребенок друга поддерживал. Получается, что у вас были отношения. Вы уверены, что вы отец Алины? Да. Раз уже пошла такая пьянка. Дело в том, что когда этот ребенок появился, я видел эту фотографию, я видел этого ребенка. Это был вылитый я в детстве. Я 7 лет не показывал, прятал от своей жены, но... Я не хочу, чтобы Алина уезжала. Я не знаю этого заморского папу. И если я буду
подавать иск на отцовство. Иск. Будете оспаривать отцовство, отвечка. Да. Угу. Да, а ты все про свою, не можешь, ты можешь, ну, говорить. Он не только прошелся, я смотрю, да? Не мог. На вашу жену кто угодно мог позарить, потому что она красотка. Я думаю, что пришло время ознакомиться с результатами ДНК-теста. Принесите, пожалуйста, конверт. И я все равно не верю вот в всякие вот эти россказни, вот этот бред. Она моя дочь, и я сам буду ее воспитывать. Понятно же, что ребенок лучше будет в Швейцарии, очевидно. В рамках проведенного исследования метода молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Сиротина Виталия Константиновича и Сиротиной Алины Витальевны. По результатам настоящей экспертизы Сиротиной Виталий Константинович является биологическим отцом Сиротиной Алины Витальевны. Как так? Я всегда знал, что Алинка моя. Нет, подождите, это не может быть ошибка. И я сам буду ее воспитывать, я не позволю ее увезти отсюда. Нина, а что происходит, Нина? Я тебе говорил. Это по всем срокам, это мой ребенок, это было 6 числа, они предохранялись. Я всю жизнь знал, что это мой ребенок. Да не, значит, не предохранялись. Я не знаю, ваша честь. А зачем ты это все делала? В смысле, зачем? А зачем ты меня убедила, что это моя дочь? Да потому ты что денег мало или что? Подарки посещать. Какие подарки? А как я тебе жить? Как я... Что ты... Ты понимаешь, я сама верила в это, что это твоя дочь. Я никого не обманывала, я не хотела верила. Никого убрать. Верила. А меня зачем убедила? Я сама в это верила. Я думала, да я хотела, дура, я любила тебя. А как? Ссорилась перед ней, перед ним, я любила его, ней. Я верила, она что ты его дочь. Она моя дочь. Опозорилась, дура, ненормальная. То есть получается так, что вы совершенно не ожидали этого результата, верно? Я не ожидала этого результата. Я действительно верила, что это дочь Бориса. Я любила этого человека. Я как бы сейчас вообще в шоке. Отлично. Жила, значит, с одним, любила второго, замуж третьего, да? Я не хотела это выносить. Я не хотела называть имя настоящего отца, потому что сейчас у меня жизнь налаживается. Отлично. У меня мой будущий муж. Отлично, что у тебя жизнь налаживается. Будущий муж. А что мне теперь дочерить своей жизни? Мы бы уехали в Швейцарию, мы бы жили хорошо. Я не о себе даже думаю. То теперь вам придется договариваться с законным отцом, чтобы он разрешил дочке уехать в Швейцарию. Если вы все-таки туда соберетесь. Удаляется для унесения решения. Там. Сейчас что делать? Прошу всех встать. Почему ради я должен его отпускать? Что ты можешь? Прошу всех садиться. С такой работой. Невоспитание. Жена в зале суда. Оглашается решение суда. В иске об оспаривании отцовства отказать. Актовую запись об отцовстве бывшего мужа истца Сиротина Виталия Константиновича в отношении ребенка Сиротина Алины Витальевны в записи акта рождения не аннулировать. Суд не аннулирует запись об отцовстве бывшего мужа истца Сиротина Виталия Константиновича, потому что утверждение истца, что ее бывший муж не является биологическим отцом Алины, опровергается заключением молекулярно-генетической экспертизы. Судебное заседание закрыто. Прошу всех встать. Да, Ниночка, конечно... Я теперь подам. Заседание закрыто, прошу пройти на выход. Ребенка у тебя. Ты аморальная женщина. Что ты можешь знать своему ребенку?